стать владельцем элитного автомобиля можно за криптовалюту. На платформе AutoTrader опубликовано объявление о продаже золотой модели Rolls-Royce Ghost за цифровую валюту. Собственник автомобиля из Манчестера, Англия, просит за него сумму в биткоинах, эквивалентную 117 995 британских фунтов стерлингов, и отмечает, что машина имеет пробег всего 35 тысяч миль, это более 50 тысяч километров. В объявлении говорится: в настоящее время биткоин является полноценной валютой наравне с фиатными деньгами. Он безопасен и удобен, поэтому в качестве платежного средства и была выбрана эта валюта.